Люди рассказывают, будто в одну сказочную страну попала девочка, которая увидела там все 12 месяцев сразу. Как же это случилось? Мы скоро узнаем. Тут темно и страшно. Я попала непонятно куда, типа в сказку. Но меня интересует больше, как вернуться домой. Хоть дорогу мне покажет деревянный шар. Это невозможно. Это же таинственный шар королевства. По древней легенде, он вкатился в тронный зал в самый канун Нового года. В тот самый момент, когда одна маленькая девочка сумела доставить живые подснежники. И не просто подснежники, а якобы от самих 12 месяцев. Если я к полуночи не принесу подснежники, и Нового года не будет. Понимаете? Пропали все подснежники из оранжереи. В этом году... волшебство. Что это? Придет. Вот тебе и Новый год. В каждый дом. Какая наглость. Что это такое? Ой, мама. 12 месяцев. Новая сказка. В прошлый раз как-то все попроще было. В кино с 19 февраля.